Всем привет! Сегодня у меня на обзоре вот такой деликатесик, появившийся по случаю. Вот смотрите, я уже помыл его. Черешенка такая. Дуршлаг. Вот. Целый дуршлаг. Ароматная такая, сладкая. Вот как она выглядит вблизи. Смотрите. Один к одному ягодки. Что называется, тают во рту, а не в руках. Видно, нет? О. Посмотрим поближе, внутри. Что у нас внутри? Вот на блюдечке я сейчас попробую разрезать, чтобы не накапать на стол мой обзорный столик. Вот. Попробуем разрезать. Хотя что ее разрезать? Вон сок уже побежал. Пополам разрежем и вскроем нутро. Вот. Вот косточка у нас. Косточка сама вылазит. Вон. Один сок. Еще одну для примера. Конечно, каждый может купить и показывать. Но вот я решил не ждать обзоры. Смотрите. Вон что. Сладенький. И вкусненький. Обзорчик такой. По одной, по две. Все сладкие, все такие жирненькие. Вон что, грозди. Сегодня сядем и будем уничтожать всей семьей. Вон. Не сегодня, а прямо сейчас. Все, кушайте витаминчики, кушайте фрукты, овощи полезные. Обзор на этом заканчиваю. Всем всего доброго и будьте здоровы!